Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у нас дождик. Нашел я зонтик. Оказывается, моя шляпа еще имеет функцию зонтика. Вообще кайф! Так, дорогие зрители, нашел трехкомнатную квартиру в районе Тосмур. Бюджетную, срочная продажа. Расстояние отсюда до моря 600 метров максимум, до воды. Где-то 550 метров, где-то 600 метров. Там, тут две дороги. Очень большой балкон. Можно застеклить, будет вам еще одна комната. Четырехкомнатную можно сделать из этой квартирки. Хозяин сказал, что кто даст задаток, он все покрасит и сдаст покрашенную квартиру. 26 квадратных метров только гостиная, совмещенная с кухней. Почти он его отделил, как бы. Такие вот узоры. Яйцо в подарок также мне поставили. Кому-то поэтому бросить там через окно. Шкафчик вот так черный. Можно поменять все. Это все покрашено. Жил арендатор, недавно съехал. Из-за этого вот такая здесь бериберда в квартире. Кондик снял. Так, сторона здесь. Западная и северная. Вот. Рядом есть магазины. Неплохое месторасположение для района Тосмур. И цена очень-очень хорошая. Значит, здесь у нас прихожая. Вот. Большая прихожая, как вы видите. Еще покажу. Проекту 13-14 лет. Есть открытая парковка и большой бассейн. Это у нас санузел. Тоже грязно. Ну, требуется ремонт. Так, здесь у нас хозяйская спальня. Тут у нас 15,5 квадратных метров жилая площадь. Отмерял лазерным измерителем. Санузел. Тут у нас большой санузел. Так, грязно тоже здесь. И балкончик второй. Второй этаж. Бассейн у нас с той стороны. Я сейчас спущусь и все отсниму. Просто забыл зонтик. Взять пришлю шляпу одеть. Чтобы на камеру дождик не попал. Так. Здесь у нас спальня 12 квадратных метров, отмерял. Тут, да, вот есть что-то сырость, нужно отремонтировать. Кажется, оттуда пропускала. И здесь. Так вот. Нужно изоляцию хорошенько отремонтировать. Также выход на тот же балкон. Блин, яйцо в руках до сих пор. Так, все, дорогие зрители, там дверь пускай будет открыта, пойдемте вниз, отключу свет, покажу вам коридорчик. Так, вот такой коридор, на этаже у нас 1, 2, 3, 4, 5 квартир, на этаже лифт работает, вот. Здесь пожарная лесенка. Мы спустимся пешком. Угу. Еще один этаж снизу есть. Цокольный. Спустимся вниз.
Здесь парковочные места для также для велосипедов. Ворота. Ай да, тут 120 лир. Вот здесь крутиться надо. Так, просторная территория. В той стороне беседка. Вот у нас бассейн. В той стороне детский бассейн маленький. Покажу беседку. И там скажу вам цену квартиры. Так что переходите в плейлисты у нас на канале. Там осталось несколько квартир. Можете посмотреть. Я не успеваю снимать ролики. О, какой мангал. Барбекю. Вот, смотрите, как интересно сделали. Вот. И вот территория. Апельсины на деревьях. Вот такое здание. И беседка. Итак, дорогие зрители. Хочу подвести итог. 2 плюс 1, трехкомнатная квартира, просторная. 120 квадратных метров считается брутто. 100 квадратных метров, там полностью жилая площадь. Минимум. В балконном месте. Квартира большая. Для большой семьи также. Расстояние отсюда до моря 600 метров максимум. Рядом есть магазины. Вот, дорогие зрители, магазин Шок. В той стороне магазин А101 и маленькие маркеты. Здесь парк рядом. Тут улица D400. В той стороне Кочташ. Там Мигресы. Здесь еще один Мигрес. Банкоматы. И я рядом живу. На районе Тосмур. Пляж песчаный в Тосмуре. В ту сторону, если пойти. Тут плиты, так как Гранд Каптон отель в той стороне. Все рассказал. Ключи у меня. Пишите, звоните. А цены забыл сказать. Дорогие зрители, главное, цена этой квартиры 60 тысяч евро плюс комиссия. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Все, с вами был мистер Мачо Агаси из солнечной... Солнышка нету. Из дождливой Алании район Тосмур. Всем чао-чао, бай-бай.